Здорово! Сегодня видео у нас будет довольно-таки жесткий баг, связанный с вертолетами и новыми апами кабин. Итак, у нас есть вот такой вот подопытный крафтец. На нем стоит кабина Горбун. Без апов, она тормозная и максимальная скорость у нее небольшая. Этот крафтец у нас по характеристикам должен разгоняться до 68 км в час. И втираешь мне какую-то дичь. Хорошо, давайте проверим это на практике. Итак... Да, на самом деле наш вертолет разгоняется только до 68 км в час. Я решил апнуть Горбун на плюс 3 км. Итак, я его уже апнул, поставил. И в теории максимальная скорость теперь у нас составляет 71 км в час. Но как это у нас обстоит на практике? На практике это далеко вот не это так. Прикол. Кабина, вместо того, чтобы разогнать наш крафтец дополнительно на 3 км в час... Разогнала на 52 км в час, а теперь я лечу со скоростью 120 км в час. А самое интересное, этот ап помогает разогнаться любой кабине. Вот, допустим, у нас есть Адрон без апов. Максимальная скорость у нас сейчас должна быть 82 км в час. Итак, давайте еще раз проверим. 81, 82, 83, ну да, в принципе, все правильно. Ставим апнутый Адрон на плюс 3 км в час. И что же у нас сейчас произойдет, пацаны? Барабанная дробь. Крафтец у нас также разгоняется до 120 км в час. То есть, вы поняли, в чем заключается баг. Если я поставлю калибри, то наша максимальная скорость составит 90 км в час, потому что такой баг работает только... до максимальной скорости ходовой. То есть, если у нас максимальная скорость ходовой 90 км в час, то до 120 он не разгонит. Вот у нас на калибре 90 было. А вот, допустим, ну поставлю Фалка бирюзовый винт. У него максимальная скорость, опять же, 120 км в час. Ставим и, опять же, разгоняемся до 120. Теперь, я думаю, нужно проверить, работает ли это в боях. Ну, я уж не стал ставить Горбун, поставил Каталинку с этим же апом, но итог все равно тот же самый. На любой кабине мы можем лететь со скоростью 120 км в час, и это работает. И вы прикиньте, поставить просто банально какой-то соратник, навешать туда столько брони и полететь со скоростью света, это ж вообще трындец. Я уверен, что этот баг пофиксят на днях, но я не знаю, как он так получился. Вместо 3 км в час мы разгоняемся до максимальной скорости, которой позволяет ходовая. Вот такие вот пироги с котятами. Ну, вот работает это разве что только с винтами. Если бы это еще и на колесах работало, это было бы в два раза жестче. Ну вот, как-то так. Пишите в комментарии, как вам этот баг. Я думаю, сегодня-завтра его уже пофиксят. Ну, временная вот такая вот... фича, я думаю, кто-то ей уже пользуется, но, тем не менее, кто не знал, теперь знает. Ну, а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх, буду рад вашей подписке. До новых встреч, пока!